Сегодня они у парадной форме и у добрым настрое. У Беларуси у 96-й раз отзначается День работников прокуратуры. За этот час неодноразово изменялись задачи ведомства, але за все заставалось головное – высокий профессионализм супрацовников, добросумленные и креативные отношения до справы. Хоть заохвочивается не только профессийная деятельность. У фойе городского центра культуры выстава былого супрацовника Гомельской прокуратуры Евгена Гаврыленки. 35 годов на посаде следшего и десятки написанных картин. Летось он пошел в життя, але у прокуратуры об им памятают. Очень часто на выходные дни, как я помню, вот он любил почему-то, на кухне, видимо, там никто не отвлекал, или почему. И вот он там садился, первоначально рисовал акварельные работы, акварелью, но это довольно затруднительно там. Потом одно время он рисовал работы маслом. Прокуратура Гомельской области проверила, как покупники державной майомости выполняют свои обязанности. Органы прокуратуры занимаются пытаниями профилактики пьянства и алкоголизма. Прокуратура региона провела координационную нараду по пытаниях борьбы с коррупцией. Это только некоторые факты с деятельности правоохранников. И хоть значная частка их деятельности проходит под грифом «для службового крестания», кончатковые выники бачны усім. Усяго одна лишь у сравнении с минулым годом все лето узровень злочинности у Гомелі знизился на 20%. На этом фоне гоноровые грамоты, подяки и каштовные подарунки, которые уручаются под час урочистого схода, воспринимаются заслуженными узнагородами. Хоть только ими меры заохвочивания у прокуратуры Гомельской области не обмежевываются. С этого года тут вернулись до практики ведения уластной книги гонору. Вот те ветераны, которые сегодня придут, они увидят свои фамилии в этой книге. Я думаю, это символично, поскольку они всю жизнь посвятили служению закону, всю жизнь посвятили работе в прокуратуре. И увидев себя в этой книге почета, я думаю, они могут с удовлетворением сказать, что жизнь прожита не зря. Олег Сентеров, Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».